Неравнодушные люди постарались внести свою лепту в спасение жизни малышу из Кабардино-Балкарии Адаму Нагоеву. Ему для выздоровления нужен был препарат стоимостью более 2 миллионов долларов. Отдел культуры Хабетского района присоединился к эстафете добра, организовав благотворительный концерт, полученные средства от которого пойдут в копилку. Фатима Даурова побывала на нем и узнала, почему жители Карачаева-Черкесии так живо откликаются на зов помощи. День клонится к закату, и к назначенному времени к Дому культуры аула Хабес подтягиваются жители района. Контингент разный, от детей до взрослых. Каждый из них решил поучаствовать в благотворительной акции, чтобы хоть как-то помочь больному мальчику Адаму Нагоеву. И у каждого на душе надежда, что все у малыша наладится. Должно, когда столько людей проявляют инициативу и просят у Всевышнего избавления от болезни. Хотим как-то помочь все равно. И без этого концерта мы как бы и на улице, и на остановках вроде бы собирали на сбор. И поэтому я думаю, что лишним не будет для этого ребеночка. Приятно, что у нас проводятся такие благотворительные мероприятия. Приятно, что эти 200 рублей от каждого получит этот ребенок. Да, чтобы у него все получилось. Буквально за 15 минут до начала концерта всех зрителей и нас, съемочную группу, известили. Мы узнали самую приятную новость. Оказывается, сбор Адамчику Нагоеву уже закрыт. И все средства, которые сегодня получили организаторы, будут направлены другому маленькому ребеночку. Это девочка Саула Хабес, которая нуждается тоже в такой помощи. У нее опухоль мозга. Выступление ведущих артистов адыгской эстрады собрало весь зал. Свободных мест практически не было, а это значит, что и сумма сбора почти 87 тысяч рублей обрадовала организаторов и самих артистов. Но мы очень давно видели, что этому мальчику идет сбор средств. Мы не знали, как помочь, чем помочь. Мы очень долго думали и решили вот организовать благотворительный концерт. Ни один артист не отказался, все сразу откликнулись. Сегодня все билеты проданы. Буквально 15 минут назад нам пришла замечательная новость, что сбор закрыт для Адамчика Нагоева. И мы решили, так как средства уже есть, у нас тут в ауле Хабес есть девочка, ей всего 2 годика, у нее опухоль мозга. И мы решили все средства, которые выручили сегодня на концерте, перечислить этой девочке. Нужно же помогать нашим людям, нашим маленьким детям. Кто, если не мы? Если мы можем хоть какую-то мизерную помощь, но это же все равно помощь. Мы всегда готовы помочь. По мере возможности, как можем, так и помогаем людям. То есть у меня есть ребенок, и я знаю, я понимаю эти чувства, как бы. Не хотел бы, конечно, этого почувствовать, но от этого никто не застрахован. И по возможности помогаем и будем помогать до стола. Сбор, который находился в статусе срочного, закрыт. Искренним участием отозвались тысячи сердец, неравнодушных к чужой беде. Олицетворение слепой удачи, образ богини Фортуны с давних времен связывали только с положительным влиянием на судьбы людей. В этот раз она обернулась для 2-летней девочки удачным случаем. Когда от сердца к сердцу добро летит, иначе быть не может. Фатима Даурова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес.